Ребят, добрый день! Сегодня у нас на канале будет видео, как можно легко избавиться от двухстороннего скотча. То есть вот бэушный скотч, у меня здесь были накладки на ручках дверей. И в принципе, вот это вот одна сторона левая, с правой стороны я уже снял, с левой тоже уже тут одна полоска осталась. То есть в принципе скотч снимается очень быстро. То есть что нам для этого понадобится? Нам понадобится шуруповерт либо дрель. И нам понадобится сосок от колеса бэушный. То есть я заехал на СТО, ну, на шиномонтаж. И вот мне там ребята штук 15 мне насыпали. То есть, пожалуйста, мы его зажимаем в патрон. И, соответственно... вот так вот, вот такими вот движениями, то есть остается от резины у нас след черный, но он очень легко смывается, даже вот просто рукой потерли, все. То есть в принципе вот такими вот действиями, то есть она не затирает краску, следов на краске никаких нету, ни поцарапок, ничего нету. То есть, ну вот тут вот следы видны, да, то есть, ну, это я уже срезал, когда накладки, я канцелярским ножом это срезал, это я уже повредил краску, то есть я просто потом заново все эти накладочки буду приклеить, не будет видно, но это уже мой косяк. Что я вот, ну давайте вот посмотрим, как дальше. За какое время мы вот это можем. То есть, ну вот видно, это вот, вот этот моего канцелярского ножа следы. То есть, это вот я не аккуратно резал. То есть, вот как у нас двухсторонний скотч. Только следите аккуратненько, резина тоже имеет свойство стираться. Там будет вот металлические внутри основания, которое может вам уже повредить краску. Ну, вот. Ну вот, в принципе, полоса 20 сантиметров длиной. Мы ее удалили, ну, сколько идет видео, то есть там уже посмотрите сами. Ну, за минуты 2-3 мы ее удалили. То есть вот эти вот части, которые там это, то есть также можно вот их подпирать. Вот они стираются, спешаются. Ну и в принципе, тряпочку тут взяли. И вот все. То есть резиновая, то что остается, бывают следы от соска резинового. То есть в принципе они все легко стираются. Все, пожалуйста, очень быстро, неприхотливо мы избавились от двухстороннего скотча. Все, всем пока, удачи!